Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мы опять в лесу по грибы. Охота за рыжиками. Вот такие вот хорошие тут сосенки. Это посадка. Мы опять приехали в нашу посадочку. Вот, и я нашла дорожку с рыжиками. Вот я разгребла их, и вот такая вот красота. Молоденький, хорошенький, и вот он. Мы вообще один нашел, и все, и начинаем копать, копать и копать. Вот, уже я немножко мы набрали. Такая вот у меня уже корзина красавица. Ну, продолжаем охоту свою. Умеют, конечно, они прятаться. Очень тяжело их собирать. Прям совсем в траве. Вот они такие вот красавцы. Вот они красавцы. Ну, под хвои, конечно, надо. Там даже палка не получается. Приходится руками. Вот уже мы нарвали много. Вторую корзину я нарываю. Вот они красавцы. Вот только здесь была, а вот он маленький еще. Лопатуська. Ну, такая вот у нас охота. Удачная. На рыжики идет пока. Охота на рыжики продолжается. Вот такая красота. А вроде ничего нету. Они вот они. Они красавцы. Вот. Ой. Напали мы на полянку с рыжиками. Вот они красавцы. Ну, столько рыжиков мы давно не видели. И вот они. Даже страшно наступать. Все, везде рыжики. Ну-ка, вот это вот. Нет, этот холмик. Ну, такая вот красота. Красавцы. И самое главное, что вот нету червивых. Это плюс. Это вот лес. Ушли мы с посадки и пришли в лес. Красавцы, красавцы. И вот прям дорожечка с них. Такие вот красавцы, один в один шляпки. Сегодня буду холодным способом засолку делать. Ну, сниму видео, покажу, конечно. Это вот одна. А, ну, здесь вот с маслятами немножко. Ну, маслята это не главное в нашей сейчас истории. У нас сегодня рыжики. Такая семейка. И главное, растут. Тут яблони на опушке. Яблони, сад остался. И вот они именно не под, интересно, не под елкой, а именно вот под этими кустами. Такие вот красавцы. Муж нашел тут целый клад. Смотрите, какие красавцы. О, вообще дорожка там. Опять-таки говорю, вот это я не знаю. Кость, это что за дерево? Вот это. Осина. Ты чего? Кость, я снимаю. Ты что? И вот они красавцы. И вот тут красавцы. Муж мне ищет, и я, да? Ну вот на гребне. Вот на одном уровне вот идем и собираем. Вот такие красотулечки. Ну, будем сейчас их обрывать. Вот такая вот красота. Вот они. Красавцы. Красавцы везде, везде вон. Вот он, рыжики. И маленькие лопатуськи. Такие вот.
Такие вот тут красавцы. Один в один все. Заканчиваем мы свой поход. Вот такой вот у нас уловчик. Рыжиков, начинается дождик. И мы будем сейчас убегать. Вот. Такая здесь красота. Вековые сосны. Такая вот вообще. Небо, правда, сегодня не голубое, но все равно вот так вот красиво. Ну, такая небольшая прогулочка с нами опять за Парыжики. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всегда с вами Марина Матвеева.